Ебать, брат! Все, я захожу. Так, СП Зембу. Так, ага, ага. Дениска, ты рад, то, что наконец-то можно будет задонатить на зомбу и нормально будет? Да, я очень рад. Да? О, СП Зомбу, видали? Видали, видали? Так, опять проходим обучение заново, всем все объясняем? Да, давай. Итак, господа, для тех, кто пропустил, но это уже, ну, как бы можно сказать, официальное открытие. Теперь на этот режим можно будет донатить. И, а следовательно, Дениска будет за него получать денег. А следовательно, он будет активнее заниматься этим режимом. Ему будет интереснее, и он сможет на это жить. В принципе, я правильно все сказал? Да. У нас тут много новых оружек еще появилось. Давай, пойдем, Дениска, что делать? Во-первых, смотрите. Вскарабкаться — это правой кнопкой мыши в прыжке по блоку. И смотрите, я могу карабкаться. Здесь красиво. Двигайтесь влево-право и нажмите Shift два раза подряд. И можно стрейфиться, уклоняться. Нихуя себе, жестко. Вперед только нельзя, даже назад можно. Это будет же тратить жестко, да? Так. А тут не тратится. ПКМ по табличке. Что? Ага. А, здесь надо сделать все так, но потом это будет сложнее. Это типа вы обыскиваете, да? Да, первый блок это ключ. Угу. И нужно будет потом этот блок выбирать. Столько же выбрать. В примере показано. Так, ебой. Здесь что? ПКМ по табличке рыбалка, да? Или что? Рыбалочка, да. Так, показывает, как будет работать. Ты пофиксил рыбалку вообще? Да, медленнее теперь. Все, я типа рыба поймана, видали? Вот, вот так вот будет рыбалка происходить. Вот рыбка подходит и оп, надо успеть. Нормально, нормально, да. Дальше еще что есть? Оп. Дорожка. Блин, я люблю вот это вот стрейфиться, это реально хайповая тема. Еще звук реально, как будто я сам такой уклоняюсь. ПКМ по табличке. Так, это трупы, их можно освежевать и получить больше добычи. Пусть. Да, если как бы животное было убито стрелой. А зомбу головы? Это декорация. Ну, трупы здесь не показаны, но это перевернутые мобы будут, да, типа? Да, да. Ебой. Так, и все, и начинается геймплей сразу. Так, через туннели вы можете перемещаться между разными локациями. Войдите в туннель, чтобы начать игру. Ебой, сюда, сосать. Да, нормально, нормально. Так, красное небо, это плохо. Да, сейчас кровавая луна просто тут. И все, можно начинать, ну, потрясающий геймплей? Да, все, можно играть. А что нового, ты можешь показать сразу? Так, смотрите, черная керамика. Я должен забрать именно все, что является черной керамикой. Сундук открыт. Учебник по ремеслу. Используйте... Так, смотри. Я изучил учебник по ремеслу. Мне дали опыта ремесла. Тут, ага. В общем, у нас прокачка, 5 веток прокачек. Требуется там, ну, как бы, опыт. Сейчас, подожди, я захожу в меню. Мутагены, ага. Создать базу, Дискорд, донаты. А ну, донаты. А, подожди, пока... А, вижу. Но это ты потом расскажешь. Да, вот из обновления тут интерфейсик, можешь заметить, изменен прокачка. Прокачка, ну то есть как RPG получается, мы тут фармим, прокачиваемся. Ага, базу строим, туда там челиков, людей зовем. Базы теперь как бы бункеры, зато, ну, места много свободного на карте. О, лом, дробящий урон. А какая разница, дробящий, не дробящий, вот... Вот есть это. Три разные типа урона. Если подписан урон там, то как бы это тип урона. Есть броня, которая от этого типа защищает. То есть, это для PvP или для чего? Ну да, как бы по большей части. Что могильщик? Что такое могильщик, блядь? Подожди, он вызывает других зомби вокруг, что ли? Да. А я заперт. Я заперт. Это тебе не поможет. Пиздец там. Блять! Короче, не, это все. Да, жестко. Жестко. Так, а как создать мне свою базу? Вот это вот все дела. Базу там, да. Там, ну, находишь, в принципе, любое место. Так как это будет бункер создаваться, то у тебя создастся вход в бункер. Просто в любом месте, реально? Ну, да. Ну, как бы, чтобы было под землей пространство. Ну, то есть, не было под землей пространства. Как бы блоки были. Ага, подожди, и он прям появится?
А, ну там, в принципе, под кнопкой написаны, написаны условия, типа, чтобы создать эту базу. Обтесанная древесина, еще. Не, ну, кстати, изначально мне эта механика не очень нравилась, а теперь реально прикольно, потому что ты реально как будто обыскиваешь. Я не вижу, где еще одна обтесанная тварь. Да где, ёпты, блядь? Еще? Да, жесткий хакинг, взломинг. Блядь, я считаю себя тупым. Где нахуй? А... О, нихуя, кожаная кераса, кожаные поножи и палка. Так, сейчас. Броня не добавилась, но при этом я как бы в бронике. Сейчас, подожди, да, я попробую создать. Секунду. Ты меня можешь прикрыть? Полированный чернит. Открыл. Не, просто палка не того вам. Так, и допустим, я здесь хочу создать себе базу. Создать базу. Поблизости не должно быть других баз. А строиться вообще можно или нет? Или все, строиться все... можно. Можно строиться на карте. Так, там как бы ты можешь сделать блоки из палок и из костей. Ага. Так, и я сделал какой-то полубункер. И все, нормально, да. Ага. Вот. Меню базы, как и раньше у нас там. На том этаже, где ты был. А можно будет комнаты прокачивать? Я хочу, чтобы такая хуйня была. Есть декорации для базы. Их можно найти. Или задонатить, да, блядь? Ну да, либо... А как из него выйти? Как выйти из бункера? На верхнем этаже по кнопке. Ага, ну, и типа просто наверх, на кнопочку конечно. Я нажимаю. И покажи, как это теперь будет. А, и тут такая шняга спавнится. Я теперь должен... Подожди, а как туда спуститься? Ты можешь нас пригласить правой кнопкой по люку. Угу. А, я захожу, все, я понял. А другие люди не смогут зайти в эту базу? Можно ломом как бы взломать проход. А, да? Да, да, да. И что, и обокрасть чужую базу или как? Да, если у тебя есть бочки, то ломом тоже их взламываешь. Там будет ну, жесткая мини-игра запускаться. И так взламываешь. А как вас пригласить к себе на базу? И это в чем смысл вас к себе приглашать? Вообще. Ну, как бы... Что, ну, чтобы мы сможем вместе с вами выживать? Ну, да, да, да. А когда я не онлайн, вы тоже можете выживать? Да. Блок снега. Ща, подожди. А, блок снега еще. А клан Варсы здесь имеют значение или уже все не имеют? Блок снега. Ну, блок... также можно рейдить базы и обворовывать их, естественно. А, охуенно. Так, вот как вас пригласить? Подождите, давай, дайте я сам додумаюсь. База. Добавить игрока на базу. Дениска. Алло. Да, и нам приходит приглашение, можно его отклонить, а можно принять. Вот я принял, например. Ага, вашу базу вступает, вижу. Так, база, прибавить, суджи. Есть. Так, теперь, покажи, вы заходите теперь в базу, да? Слушай, а я предлагаю уже фикс. Знаешь, какой фикс? Чтобы люди не могли заходить на базу, если в них стреляли 10 секунд назад. Потому что просто будут вот так вот убегать. И прятаться. А, в PvP-режиме? Ну да, каком-нибудь таком. Ну, в целом можно, наверное, да. Так, что с базой можно делать? Вот, видишь, это твой блок. Ну, вот висят эти всякие там инструменты. Так, вижу. Построить кузницу. Ага, вот металлоломы. И все это за металлолом строится, да. Нитки. Ну, там за разные ресурсы подписаны какие-то. Вижу. А, значит, надо фиксить уже... Требуется очень неприметным шрифтом написано, надо переделать. А там они темно-серым, потому что у тебя их нет. Если они у тебя будут в инвентаре, они будут ярко-зеленым. Все, я понял. Угу. Не, ладно, тогда нормально. Да, тогда нормалды. Ты мне задонатишь? У тебя есть же деньги. Нет, один металлолом у меня. Дай мне 1 000 000 металлолома. Один металлолом целый рубль стоит. О, да? Подожди-ка, нахуй. Так, сейчас, секундочку. Донат. Предметы. Металлолом. Цена 1 из покоин. Хорош.
Но в целом есть смысл донатить, если тебе там не хватает немного ресурсов. Ага. Так, и смотри, что лучше сначала построить? Слушай, ну тут кузница, верстак тут есть. Тут так, но я могу кузницу построить. Кузница готова. И где она? Надо ее найти. А, это хуйня полная. Ладно. Ну, он как бы не особо большой. Ладно, хорошо. Как бы вот наковальня. Это, видимо, там на картинке нарисовано. Угу. Так, и я теперь здесь... А, я могу свою броню что сделать? Да, это починка. Угу. Все, я понял. И вон там внизу стрелочка, она переключает на другую страницу. О-о-о. Там крафты уже будут. Ага. Угу. Глянь, у меня есть палки и есть металлолом, и я могу булаву сделать. Но КД у нее 3, но я сделаю на всякий. Так, а где сшить себе рюкзак крутой? Вот в кузнице также маленький рюкзак ты пока можешь сделать только. Я не вижу, где это. Я не вижу. Маленький. Я важну кольчужную керасу сделать и кожаную керасу. А, вижу, маленький рюкзак. Металлолом 2 штуки. Недостаточно. Металлолом, нитка и кожа 12. Дай. Ладно. Нитку и кожу дай. Угу. Так. Сейчас тоже задоначу. Так, и я себе делаю... А у меня нет места, сейчас, секунду. Я себе делаю рюкзачок. И смотрите, надеваю рюкзак. Появляются новые слоты, в которые я теперь хотя бы хоть что-то могу складывать. Так, ну нормально, в принципе, окей. Нормально. Так, дальше что делать? Ну, как бы вот вкачиваешь базу, да. Mm-hmm. Можно посмотреть у себя в меню. Блин, ну это интересно, реально. А сколько тут задротить? Ты примерно считал, сколько часов надо вот играть, чтобы, ну, наслаждаться игрой? Да ей ты, в принципе, всегда наслаждаешься. Ты в процессе просто становишься сильнее и сильнее. А после смерти прокачка... Остается. Спадает? Ага. Остается, да. Так. Это как бы система RPG. Угу, угу. Так, смотри, неломаемый сундук. Его нельзя взломать, да, будет? А это сейф. Можно сделать один сейф. А его смогут взломать или нет? Нет, нет. Это А он только один строится и все? Да, да. Так, сейчас, подожди, мне надо... Миллиард металлолома. Так, Дениска, за то, что я сейчас доначу, я тебе не буду денег давать. Блин. Дай 10 палок. А, не, подожди. А почему? Могу... Сейф, металлолом. А, 64 металлолома. Все, я могу хоть что выдать, как бы. Ну вот, да? На палки. Сейчас, донат. Блять. Я потратил все из покоин. А как? Подожди. Они ж по одному рублю. Ну да. Как ты их потратил? Я уже все потратил? Я не верю. Ты можешь баланс посмотреть, вот на донат наводишь. А, нет, 460 из покоинцев у меня. А, все, я затупил. Я что-то не то просто нажал. А, походу, да. Так, окей. И... так. А можно, чтоб я задонатил и передал другому челу, да, ресы? Ну да, да. Ну это хуйня полная, если честно. Так в играх не делают. Ну в смысле. Так. Сейф это построил. И где сейф мой? Так, а где сейф? В целом все почти... Шалкер это сейф, да? Да, 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 да. Угу. Я бы хотел, чтобы он другого цвета какого-нибудь был. Ну ладно, неплохо. Его никто не сможет взломать, да? А ты можешь его открыть? А я же в базе нахожусь. Охуенно. Так, а дальше я хочу, Дениска, знаешь, что сделать? Давай выйдем, я тебя выгоню из базы, ты мне дашь миллион взламывательной хуйни, построишь свою базу, и я тебя типа взломаю. Я хочу вот это вот посмотреть, прикол. Окей. Так, давай. А как тебя удалить из базы? Это надо выйти или нет? Да, надо выйти. Mm-hmm. Типа, пока ты в базе, ты, ну, как бы ничего не можешь делать. Так, а ну-ка. Чтобы не... Mm-hmm. Как бы не... Это база. Ой, блядь, я слышу звук. А их тут очень много. А почему? Сейчас уже их убьет. Так, сейчас. А я, знаете, что? Смотрите, что я сделаю. Я хотел. Кстати, вот опыт зомби падает. Там, типа, чем сложнее зомби, тем больше с него опыта дропнется. Понял. Так, база. Удалить игрока, и я Дениску удаляю. Дениска, иди регистрируй себе базу где-нибудь вон там подальше. А вот сколько прям между базы? А, блядь, ты чё? Как они нахуй это делают? Да, зомби контрят, много вещей. А что опыт дает?
Опыт майнкрафтовский вот этот тоже нужен для прокачки. То есть там нужен опыт и ремесла определенного навыка, и опыт этот. Все, я понял. Подожди, мне выпали мозги зомбу. Это что? Мозг зомбу. В крафте там тоже используется. Ага, используется в ремесле, прикольно. Ага, тоже используется в ремесле. Ты еще редкость у них, да, сделал? Так, да, давай да, мне миллион ломов, и я буду твою базу взламывать. Давай. Так. Я пришел, вот я пришел тебя гриферить, да? Так. Угу. Неудача. О, и мне пришло уведомление, что на мою базу проник чужак. А, так. И я... Сделай себе ящики, я хочу их взломать. Нет, там надо... А, и смотри, я забираю ресы. Так, смотри, я тебя взломал, у тебя тут похозяйничал, у тебя все спиздил. А что, вот смотри, ты пришел, ты меня можешь здесь бить? Да. А у тебя есть какой-то... ну, здесь у тебя есть какое-то преимущество из-за того, что ты на своей базе? Я вот это возражусь после смерти. А, все, ладно. И тебя будут попускать, потому что у тебя нет ресов, да? Да, неплохо. Хорош, хорош, ладно, окей. Ладно, ладно, ладно. А сколько максимум на базу можно людей добавить? Ой, я не помню. Давай. Наверное, 8 где-то так. Мне кажется, надо делать разные сервера, где 4, ну, типа, no limit, потом с лимитом и все такое. Дениска, а выйди, пожалуйста, и взломай мою базу. О, мозг. Так, Дениска, вот тебе можно. Лом. Я хочу посмотреть, как придет оповещение, что ты меня взломал. А, на вашу базу проник чужак. Я забегаю за тобой. И подожди. Ну и начинаю тут меситься, да, если что? А, ну ты в креативе. Вот да, можно застелсить? Админ. Вот, я не могу шалтер больше открыть. Угу, угу. Даже ломом, да? Да, да. Хайпово, очень круто. Так, построить сейф. Построить хранилище. А сколько максимум хранилищ можно построить? 6 бочек. А, и с каждым разом все больше. Да, потом там будет требовать палки со звездочкой. Типа качественные палки? Ранг, он как бы предметы, к ним добавляется звездочка. Это когда ты вкачиваешь полностью линию у себя в навыках, и она переходит на новую как бы линию. И там уже будут предметы с рангами появляться. Они будут лучше как бы по характеристикам, еда будет там тоже улучшаться и тому подобное. То есть ты чем больше играешь, больше прокачиваешься и как бы получаешь больше, лучше. Так, а что еще интересного я могу строить? Лазарет. Излечение после смерти на своей базе. А если не строю лазарет, то не на своей базе. Нет, ты на своей базе появишься, но у тебя будет 4 сердечка и 7 голода. А если лазарет есть, то все нормально будет, да? Да, то там будет 8 сердечек и 10 голода. Готовка еды, понял. Улучшение используемого арсенала. А, это точильные камни добавлять, окей. Создание оружия, брони и их починка. Так, Дениска, я уже придумал, значит, несколько приколов. Во-первых, покупка скинов для своей базы. Это 100% должно быть, я тебе серьезно говорю. Вот, просто чтобы богатые люди выебывались, что у них база не серая, а зеленая. Я тебе серьезно говорю, мы нанимаем строителей, они вот просто рескин точно такой же базы делают. Вот. Дальше еще. Слушай, еще можешь. Ну, может быть. И еще мега удивительно, но у меня в чате пишут: сделай донаты дороже. Вот это пиздец. Ну, типа. Вы же играть будете, вам наоборот. Ну ладно, Дениска, почему донаты ты не сделаешь дороже? Ну, потому что, во-первых, предметы легко потерять очень сильно. Ну, как бы очень сильно легко потерять. Угу. В целом-то. Ну и металлолом, он в каждом сундуке встречается. Его бы я даже меньше сделал бы, чем один SP Coins, но как бы вот это минимум. Так, Поэтому, ну, они были сначала очень дорогие. То есть, ну, кто купит какую-то оружку за 200 рублей, которую потом за миллисекунду потеряет, когда его толпа загасится? Ну, нормально. Набор выживальщика. Удочка, лук, стрелы. Набор еды. Сырая конина. Да, есть конина тут. А почему именно конина? Ну, я что-то за, ну, как бы конину добавил. Ладно. Но, новый тип еды, конина. Рыба и... Ну, за 19, мне кажется, это даже, ну, многовато реса. И набор медицины. Так, слушай, а пойдем я поохочусь? А зачем удочка?
Ну, для рыбалки. А, ладно, я понял. Там вот такая же мини-игра. Сейчас проверим механику рыбалки. Сейчас. Твоя любимая механика. Ну, ты ее же пофиксил? Да, я сделал медленнее. Но на самом деле надо немножко приловчиться, и там чуть заранее ты нажимаешь. Ну, короче, ты просекаешь тему. Так, сейчас, подождите. Ну, мне взлом прям нравится. Блоки снега, блоки снега. Прикрой пыш. Так. Блять, где еще? Идет Зембо, блять, идет Зембо. Я не могу тут окаменелый. Ну, помоги мне нахуй. Он окаменелый. Да, блять, ну какого хуя, ёбаный рот! Он был окаменелый. Сука, ну ты админ или кто нахуй? Даже админ не может убить окаменелого. Он окаменелый. Я могу сейчас пойти забрать? Да, да. Один вот испокоен, один рубль. Но минимум можно задонатить 10 испоконцев. Блять. Я помогу. Я помощник. Сейчас. Удалю свою базу, чтобы ее не существовало. А, кстати, чтобы удалить базу, нужен 30 левел. Ну, чтобы не флудили, знаешь, все время места. Слушай, я уже придумал лайфхак, надо фиксить. Я хочу, чтобы донатить можно было только когда ты на своей базе. Потому что вот меня забили, загнали в угол. И я сейчас просто взял и задонатил. Не проблема. А? Ну это типа, это чит, мне кажется. А ну что ты там такое жесткое можешь задонатить-то? Я просто сейчас... А, не, ну я не жестко вылечился, кстати. Мне нужен... Антибиотик, он... Ну там написано, что он делает. Поражение снижает антибиотик. Так, сейчас. Ты можешь аптечку отдельно покупать, не в наборе так. А. Да. В наборе просто, ну, там все подряд. И дешевле получается. Наборов надо побольше сделать. А зомбопас есть? Не, нету, я не знал. Что ты сделать. Чё, бля, чел, нахуй? Чел, зомбопас это самое, типа, во всех есть что-то там пас, бравл пас. Battle Pass. Пас это, конечно, круто, но... Чел, зомбу пас 100% должен быть. Вообще можно все донаты убрать и оставить только зомбу пас. Не, ну может в будущем добавим, ну, как в Бравл Старсе, чтобы... Ну да, 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 да. Чтобы да. Задание нужно было выполнять. Очевидно, да. Убей 100 зомбу и получи один металлолом. Это охуенная тема. Согласен. Так. Один металлолом это, конечно, топ. Так, я хочу пойти убить моба. Кстати, у зомби новые способности почти у всех. О, конь! Сейчас убью коня. Ага. Ты смотри, ты его можешь надамажить оружием, чтобы только убить стрелой. Чтобы стрелы не тратить. Ну, у тебя тут весело. Пиздец. Лайфхак я рассказал. А есть какая-то крутая боевая механика? Блять, коня уебало! Боевая механика, ну, паркур, как бы он добавляет в себе боевую механику. Ага. У оружия КД есть, то есть КД есть. У щита КД есть. То есть, когда его ударяет, он как, ну, как в боевом обновлении у него КД. Ага. О, видишь, тебя подбрасывает. Это Джиггернаут, когда прыгает, он как бы своей ударной волной подбрасывает всех вверх. А хилиться можно как в Майнкрафте, просто едой, да? Да. Короче, я съебаю. Неплохая идея. Ага. Добавь этот, чтоб автоматом скачивать. А, он не... Потому что зомби других текстур, и они ходят как обычные. Можно как-то сшить и эти текстуры, и чтоб они ходили как в Smart Moving, или как это называется, ресурс? А, ну это надо каких-то гениев ресурс-пакеров просить. Ну что Smart Moving, он ну не Smart Moving, а как? Fresh Animations. Вот. Ну да, да, вот он ломает. Так, я хочу разделать какую-нибудь корову или что-нибудь такое. Охуенно. Сейчас. Да блять! А где мне найти корову? Ну, как бы где-нибудь. Но могу заспавнить. А именно рукой, да, надо? Пустой рукой, чтобы забраться на что-то. А, да, пустой рукой. А в каждый туннель есть вход? Нет. Ага, а почему? Какая разница? Ну, заготовки, знаешь. Вон. Бля, видали? Так. Не, ну паркур это топовая тема, это прям может многое вот, поменять. Вот смотри, вот корова тебе. Ага, так. О, а у нее у меня есть.
Так, смотри, один удар я делаю, и потом стреляю по ней. Блять, сейчас, сейчас. Так, есть. Подожди, а прикройте меня. Динербоня. А, и я ее все вскрыл и забрал мясо. Все, я понял. Да, да. И опыт тоже получаешь. Тут за все опыт получаешь. Не только убийство зомби, но и другие вещи. Ага, ага, ага. Даже вон у тебя 5-й левел стал, был 2-й. А как мне отдохнуть? Вот у меня заканчивается, когда я бегу... А, я все понял. Просто не бежать, да? Да, стамина... Не, стамина тратится на прыжки. На бег не тратится. Угу. Так. Ой, вот так даже можно перепрыгнуть. А зомби не перепрыгнет. Но Dying Light вот этот да, конечно. А крюк-кошка можно задонатить на крюк-кошку? Будет предмет. Так. Не, зомбу-пас это 100% надо, не низко. У нас же был. О, даже ну, так был, можно. Да, но он был, конечно, там немного кринжовый. Ладно, окей. Чтобы надо играть, чтобы знакомиться с многим всем, потому что... А после предыдущего как бы... обновления много изменений? Или старые игроки, они такие, типа, ну, все понятно? Много, слишком много, что я не помню. Ага, ага, все понял. Да, поэтому вот тебе надо там будет повыживать, чисто там... Донатить. Ой, блядь, я пить хочу. А, кстати, нету доната на пить, или есть? Воду. А предметы... Да, можно чистую воду купить. 2 рубля. Блять, ну это такая топовая выжималка, нахуй. Чел такой, типа, о, 2 рубля, а потом, о, еще 2 рубля. Так, так получается что, все или не все? Ну да, вроде... Господа, кто вообще ничего не знает, у нас карты за десятки тысяч рублей здесь. Только у нас такие карты. У нас самые крутые карты строители строили по полгода. А как мне удалить свою базу? Ну как бы из базы выйдешь. Так, дальше. И все, и потом удалишь. Удалить игрока я могу только. Нет, там справа, справа. А, база. Уничтожить базу. Вы потеряете все ресурсы на базе, также все улучшения. Все окей. Недостаточно уровней опыта. Для чего нахуй? А, чтобы удалить базу, надо 30 левелов. Я тебе выдал. А нахуя? Чтобы не флудили. Потому что можно каждую секунду создавать, удалять и дудос. Дай еще раз 30 левелов. Дениска, и еще. Мне не нравится, что зомби типа вообще не отталкиваются. Рукой невозможно защититься от них. Это типа прикольно. Ну, не, мне кажется, это перебор. Так, уничтожить базу. Все, галку нажал, база уничтожена. Все, убралось. Блин, ну прикольно ты сделал. А как строиться? Где блоки брать? Делать на верстаке у себя на базе. Угу, угу. А сундуки на поверхности нельзя ставить, да? О, ну да. Угу. Ну просто, то есть, красоту наводить, чтобы не заходили там зембусы и все, да? Ну нормально, о, нормально. Ну да, там либо что-то. Обстроить свой люк, загородить там все дела, вот это вот. Ну давай потом, тогда впускать миллиард людей сюда. Давай. Whitelist off. О, сюда. А рации там есть? Voice chat? Есть, да? Voice chat есть, да. Рации убрал? Акция осталась, но там нельзя говорить по ней. Потому что ну, никто тоже не пользовался этим. Мне кажется, это прикольная тема. Это было, да, весь я в роликах. Все в Дискорде сидели. Ну все тогда, красиво. Оставляем тут игроков, чтобы они донатили миллионы и все такое. Да. Дениска, а раз в сколько будут происходить вайпы? Я не знаю. Вот все. Ну, надо будет анонсировать. От игроков зависит, как бы. Думаю, от игроков. А как часто обновления будут? Каждый раз. Ага. Чтобы ждали просто и спокойно. А ты будешь, смотри, Дениска, ты будешь обновления делать вот просто по одной вещи добавлять каждый раз? Или вот раз в сезон, как бы? Ну, в процессе сезона что-то может меняться, но как бы не особо кардинально, чтобы как бы сохранялась, знаешь, такая структура. Угу. А кардинально, да, каждый сезон, как обычно, будет обновляться. Угу. Все, самый лучший сервер из по зомбу открылся? Да, все, ну, все ждали его много. Да, каждый день читал. Там. А надо ли на него покупать проходку? Не, он бесплатный, просто на СПВ. Вау, охуеть! spworlds.ru. Блин, тебе текстура зомбу в форме пятерки была. Версия 1.18.1-1.19.1. А, и, то есть все, да, могут? Да, разные версии. Mm-hmm. Поддерживать. Так, господа, это значит то, что открытие сервера ГП тоже не за горами. Все, мы начинаем, наконец-то, блять.
Наконец-то теперь еще и будут бесплатные, как бы, наши сервера развиваться, чтобы, ну, хайпово было, чтобы было охуенно. Вот, чтобы все себе могли найти место, и еще чтобы все, ну вот, допустим, задолбало на СП играть, взял, пошел на там еще куда-нибудь. Вот, профлексовочку сделал, и, ну, чтобы все нормально было. Вот. И если что еще, если вы крутой разработчик, у вас есть какой-то свой режим, и вы его хотите поставить к нам на сервер, то пишите, вот, чтобы было нормально. Вот, и все будет красиво.